Начались допросы участников митинга в поддержку народного депутата Игоря Маркова. Первым в кабинет следователя в качестве свидетеля отправился депутат Одесского горсовета от партии «Родина» Сергей Бавбалан. Допрос длился 1,5 часа. Никаких обвинений пока политику не выдвинули. Меня допросили, но достаточно объективно. Следователь не настаивал на внесении в протокол каких-либо выгодных нынешней системе сведений. Поэтому более-менее объективно отразил. Я сказал, что самое главное нарушение, которое я видел тот вечер, это нарушение в виде незаконного лишения свободы Игоря Маркова. Второе, это препятствование медикам. Сотрудники милиции не пропускали медиков к больному Игорю Маркову. И третье нарушение, это применение, незаконное применение силы в отношении мирных протестующих граждан. Это все сведения были отражены в протоколе. Сразу после допроса Сергея Бавбалана повестку вручили еще одному стороннику Игоря Маркова Евгению Хайкину. Я привез Сергея Ивановича Бабалана сегодня на допрос в качестве свидетеля. Ну и пока стоял, ждал, наверное, камеры меня зафиксировали, либо работники милиции увидели мое лицо. Поэтому, когда Бабалан вышел и давал интервью, в это время ко мне вышли работники милиции, попросили зайти вовнутрь здания и вручили мне повестку. В качестве свидетеля явиться сегодня в 15:00 в Приморский райотдел милиции.